Всем привет-привет, меня зовут Инна. Сегодня я вам буду показывать свой очередной заказ Wildberries. Уже говорила вам много раз, что для маленьких городков это спасение, такой магазин. А сейчас я действительно сделала вывод, что там купить все можно, во-первых, и выгоднее, и во-вторых, действительно все. От продуктов до косметики, до одежды, обуви, канцелярии, к школе. В общем, все, что только вот можно придумать, очень удобно. Так, давайте я вам покажу, что я купила на этот раз. Уже, в принципе, перед вами вот такое вот платье, Black Dress написано. Платье фирмы Твое, моя любимая повседневная фирма. Вот такое вот платье в размере S-очка, Твое. Девочки, очень люблю фирму Твое. Я ее до сих пор считаю очень бюджетной, очень хорошей, качественной одеждой. Вот. Которая стоит своих денег, скажем так. Я ни разу не пожалела о том, что купила, даже если что-то пришло в негодность через, ну, скажем, сезон, да, то есть там не через раз все приходит в негодность, и то только потому, что, может, надоедает, где-то там что-то просто выходит уже из строя, так скажем. Оно стоит своих денег, и поэтому этого не жалко. То есть это не платье, там, скажем, адидасовское. Перед вот этим я заказывала платье Adidas, оно мне пришло в огромнейшем размере, и я очень расстроилась, потому что я хотела черного цвета платье, такое платье-футболку, вот мне нравятся очень рукава вот здесь. Я вам покажу картинку, как на модели смотрится это платье. Рукава удлиненные, такое, знаете, платье не оверсайз, но платье-футболка, очень красивое. Я хотела черного цвета, потому что я хотела носить его под белые кроссовки. Ну, вот как-то так. Трикотаж, хлопочек такой довольно-таки плотный, но вот сегодня было очень жарко, сегодня было 29 градусов. В принципе, в нем было очень комфортно. Но, естественно, черное платье, черные такие вот, знаете, такой вот трикотаж, это не для жаркого лета, но мне оно нужно, было нужно. То есть я его придумала себе в образ такой, расстроилась, что мне не подошло адидасовское, и нашла в твое прекраснейшую, крутую альтернативу и замену. Там была в красном еще цвете, но, повторяю, что мне нужно было черное. Так что присмотритесь к вещам фирмы Твое. Мне кажется, вот действительно находка. Очень классные вещи. Очень там здорово одевать молодежь, у кого есть там мальчики, девочки школьного возраста. То есть какие-то такие современные, молодежные, модные свитшоты, топы, юбочки, сарафанчики. Можно вот на сезон просто одеть ребенка и полностью за определенную сумму, и то есть он будет одет с ног до головы. Я очень люблю эту фирму и всем вам советую обратить внимание. Следующая покупка, я думаю, вы уже обратили внимание на шикарные мои ногти, на роскошный неоновый цвет моих ногтей. Ой, вот только что мыла посуду, не посуду, а шкафчик один перебирала с посудой. Девочки, я вообще в поисках была этим летом неоновых ярких лаков. Летом я обожаю просто вот что-то такое, просто вырви глаз. И мои три лака, розовый, салатовый и оранжевый, они заканчиваются. То есть одним уже нереально накрасить полностью ногти целиком. Я крашу по два, чтобы такая радуга была. И я искала лаки. И вы знаете, думаю, посмотрю-ка я на Wildberries. А на Wildberries, оказывается, и лаки есть. Абсолютно любой фирмы, абсолютно любой ценовой категории, от дешевых до дорогущих. Я выбирала яркие неоновые лаки. Мне очень вот запал вот такой вот лак, потому что он оказался такой шуга-эффект, такой, знаете, шершавенький. Мне была важна плотность и мне была важна яркость цвета неоновой. Очень он мне понравился. И то есть я прям попала в точку. Эффект превзошел даже мои ожидания. В два слоя накрашены мои ногти. У меня обычные ногти, не гелевые, никакие. Самые обычные ногти, самый обычный лак. Я давно уже не делаю покрытие никакое, потому что, ну, мне тяжело ходить больше месяца с одними и теми же ногтями. Я хочу каждую неделю свеженькие ногти. Классный лак. Естественно, все ссылочки оставлю. Если вам захочется такой же, можете присмотреть. И еще я купила такой же лак, но уже глянцевый. К сожалению, я не успела им накраситься, поэтому я не вставлю картинку. У меня
хотела бы сделать им педикюр, вот в планах сделать им педикюр. Он просто глянцевый, я хочу красить им с белыми конфетти, то есть такой будет зелено-белый такой, вот тоже летний, сочный, очень такой насыщенный такой вот действительно неоновый лак. То есть у меня есть салатовый, это такой желто-зеленый, а вот именно, ой, ну это не зеленый, я не знаю, ну тоже салатовый, но такой зелено-салатовый, есть желто-салатовый, есть зеленый-салатовый. Довольна я полностью лаками, абсолютно супер, по 5 рублей стоят лаки, я счастлива. Следующим, что упало в мою корзину, была вот такая вот книга. Давно я не заказывала книги, и вы знаете, я уже вам говорила, кто меня смотрит, знает, что у меня такая небольшая коллекция из спортивных книг на спортивную тематику, мотивирующих книг, книг таких вот, знаете, по психологии, что-то такое вот, что у всех на слуху, что вот и что рекомендуют прочитать. Я с удовольствием покупаю эти книги, они у меня сохраняются. Я их не передариваю, не перепродаю, потому что книга это такая вещь, ее прочитал, и через год можно заново читать, потому что как будто первый раз будет. Вот эта книга на самом деле лежала у меня в корзине уже больше года. Она просто у меня лежала в корзине. И когда я просто на меня находит вдохновение там купить несколько книг, я покупаю. Обычно это каким-то праздником, я Ивану Николаевичу могу такой презентик сделать. И вот эта книга у меня лежала, лежала, и тут мне подписчица пишет, что Инна, я знаю, ты любишь книги спортивной тематики, и скидывает мне скрин, закажи вот эту вот книгу. Очень классная, супер книга, супер-пупер. Я пишу, она у меня лежит в корзине больше года, но теперь я ее закажу точно. И я ее просто тут же беру и заказываю вместе с этим заказом. Я ее еще не читала, потому что я только сегодня забрала заказ, а вернее мой заказ поделили на два. Тоже так интересно получилось, первый раз такое вижу, то есть у меня был сформирован заказ, и мне пришло уведомление, что кое-что из вещей придет там раньше немножко, и кое-что пришло там на 2 дня позже. Поэтому я вот его только сегодня забрала, эту книжку, и вот этот вот лак я забрала только сегодня. Вот, ну здесь про основателя, который основал фирму Nike, аннотация очень хорошая, такая довольно-таки интересная. Там начиналось все с $500, а сейчас, вы знаете, там миллиарды долларов у Nike. Причем Nike это одна из любимых брендов моей одежды, самых любимых, поэтому я с удовольствием прочитаю. Ну и как вы думаете, без чего я еще не смогла пропустить этот заказ? Конечно, без косметического средства. Я наконец-таки приобрела вот эту палеточку от Revolution, Makeup Revolution. Девчонки, вообще я давно хотела очень эту палетку хайлайтеров. Она называется палетка хайлайтеров, но я ее уже определила как такое что-то универсальное. Раньше это была палетка, по-моему, из 6 или даже 8 рефилов. То есть это были такие большие палетки, и там вот все вот эти будут были хайлайтеры. Сейчас их сделали четверочками, их удешевили, потому что это стали четверочки, и просто это супер. Раньше как-то в свое время, когда вот эти вот рефилы из 8 были, палетки из 8 рефилов очень хвалили, и, в принципе, я до сих пор очень положительно отношусь к косметике Makeup Revolution. И я, естественно, с удовольствием решила купить, потому что четверочка, очень классные оттенки такие ходовые, такие вот, знаете, ненавязчивые. И плюс, вроде как все называется хайлайтеры, но вот эти вот два рефила мы можем отнести к хайлайтерам. Вот посмотрите, как они светятся. А вот эти уже можно отнести вот этот к бронзерам, вот этот к румяным. Сейчас я вам покажу, как светится, как передаются. Очень классная палетка. Просто вот шикарная на лето. Мне кажется, что-то где-то миксовать, что-то где-то просто на кожу использовать, чтобы все светилось, все сияло. Палетка очень достойная. Так, ну и давайте вам покажу, как вот эти вот я уже определила как румяна. Они немножечко такой розовиночки. И вот это вот как бронзер с легким оттенком загара. Классно передается. Вот знаете, вроде, да, такие достаточно интенсивные цвета, но когда их наносишь, роскошно тушуются, то есть все смешивается, кистью превосходно набирается, и просто такое идет просто влажное сияние, просто вот такое летнее сияние. Мне понравилась эта палетка, стоит она недорого, и качество меня очень порадовало. Видите, вот палетка, это, кстати, там делится и по цветам, но вот это какая-то такая была самая
больше всего отзывов хороших, и мне вот, наверное, больше из-за вот этих вот оттенков я купила, чем из-за вот этих, потому что эти такие довольно-таки стандартные, а вот это уже что-то такое необычное, что-то интересненькое. Вот такой вот был у меня заказ. В принципе, то, что нужно, попробовала, особенно очень довольна я лаками, прям вот просто космически довольна лаками. Сейчас же сяду делать педикюр, наверное. Поэтому, если вам что-то понравилось, переходите по ссылочкам, смотрите цены и заказывайте. Обязательно подписывайтесь на мой канал, на мой инстаграм, ставьте лайки, пишите комментарии. Будем общаться и дружить. Всем пока!